Здравствуйте, этому электрическому опрыскивателю умница менее года, как я его использую при обработке своего виноградника. Аккумулятор прекратил принимать полный заряд, и работы при заряжении аккумулятора хватало всего только на полчаса. Зарядное устройство подключено, но, как видим, никакого здесь нету диодного светения. Должно здесь или зеленое, или красное светение. Давайте мы дадим нагрузку, включим его. Вот включили. Вроде бы как бы идет заряд. Отключаем. Освещения опять же нету. Сейчас давайте проверим напряжение аккумулятора. И проверяем его. При включенном 13,83 вольта идет. Отключаю от тока питания. 10,94. Теперь проверим амперметры. 3,50, в среднем 3,30 ампер. Этот аккумулятор 8 ампер час. Отключаем все это и делаем распайку. Распайку первоначально делаем минусовую клемму. Распаял. И теперь плюсовую. По моему мнению, здесь необходимо просто долить дистиллированной воды до необходимого уровня и сделать подзарядку этого аккумулятора, и он будет у нас опять восстановлен. Посмотрим, что с этого получится. Получится у нас или нет. С помощью отвертки и ножа будем снимать эту крышку. Эта крышка посажена на клей. Здесь есть такие маленькие гнездышки. Вот сюда поддеваем отверточкой и с помощью ножа помогаем это все отрывать. И вот так все это отрываем по окружности, оторвали, все сняли. Наблюдаем 6 ячеек, в которых хранится аккумуляторная кислота. Снимаем колпачок. Эти колпачки резиновые, они служат как клапан и заодно не дают оттуда вытекать кислоте. В каждую ячейку буду добавлять 5-6 кубиков дистиллированной воды. Вот, залил сюда 6 кубиков. Представьте, сколько не хватало здесь жидкости. Залил так. Закрываем ее. И потом закрываем крышкой. Крышку можно на клей также посадить. А можно взять или скотчем, или изолентой это закрепить, и она будет также самодержаться. Сейчас буду заряжать аккумулятор автомобильным вот таким выпрямителем для зарядки аккумулятора. Так, подключили. И даем маленький ток заряда. 2 ампера на 12 вольт, 2 ампера. Эта аккумуляторная батарея уже заряжается более 15 часов. Сейчас сниму с клем и посмотрим, какой заряд она сейчас сохраняет. Сперва отключаем с клеммы плюс, отключаем потом с розетки. И отключаем с клеммы минус. Берем прибор, ставим. И посмотрим заряд. И наблюдаем. 11,43 вольта. Теперь проверим амперы. Амперметр долго не буду держать, потому что здесь у меня измерение только 10 ампер. А если хороший заряд, то тут должно быть более 10 ампер. Поэтому я сразу отключу, чтобы провода не нагрелись и не вышел из строя у меня прибор. Итак, смотрим. 12,65 ампер. Включим на индикатор заряда и разряда, как он работает. Включаем. Включили. Заряд и разряд идет. И теперь посмотрим, под каким напором идет струя воды. Даже от такого напора поднимает штангу. Очень сильный напор. Аккумулятор восстановился. И можно приступать к дальнейшей работе по опрыскиванию своего сада и огорода. Отключаем прибор. Надеюсь, что это видео поможет тем, у кого подсел аккумулятор и не знает, как быть. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.